Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам. По обочинам Европы. Кажется, с местом мы на сегодня определились. Как же долго мы к этому шли. Началось наше путешествие еще в прошлом году, 23 ноября. А день выдался суматошным. С самого утра мы пакуем вещи и собираемся в путешествие. Куда, насколько и зачем, обязательно расскажу позже. Потом была дорога, Германия с ее дождями и холодами. Потом Франция. Испания. Жаркая и солнечная. И, наконец, Португалия. Еще несколько шагов, и мечта становится реальностью. Атлантика, океан. О, вода холодная, поехали домой. Шучу, шучу. Обязательно зайдем, покупаемся. И, скорее всего, в этом месте и заночуем. Судя по всему, сейчас отлив, поскольку раньше прибой доставал вон докуда. А сейчас вода ушла, а мы гуляем по пляжу. Запах непередаваемый. Вода холодная, очень соленая, но держит на плаву восхитительно. Утонуть в океане надо еще постараться. Как ни ныряй, тебя выталкивает. Ну а вдоволь накупавшись в океане и напрыгавшись на волнах, мы нашли вот такое уютное место в теньке
под кустами. И здесь организовали обеденный стол. Будем сейчас обедать. Дело в том, что мы приехали сюда в самую-самую жару, в самый полдень. И люди все как раз разъезжались, потому что солнце в зените жарит сейчас. А вечером снова пойдем купаться. Изысканный португальский обед под названием «Бич-пакет Бонзай», купленный в ближайшем магазинчике. И, конечно, кофе. Куда ж без него. Ближе к вечеру, когда спадает жара, пляж снова оживает. Да еще как. Отдыхающих очень много. А я хотел бы сейчас прогуляться вон туда, на пирс. Такое впечатление, что люди знающие вот здесь в прибое собирают какую-то морскую живность. Уж не знаю, мидий или крабиков. Скорее всего, мидий. Напожарить. На что обратил внимание, здесь как-то странно выглядят камни, как будто в них очень много слюды, что ли. Они такие слоистые и блестящие. А когда заходишь в море, этот песок, он тоже из этой слюды, и каждая волна поднимает облако искр со дна. Выглядит необычно. Видите, даже эти большие камни на солнце блестят. Тут на этом пирсе, или правильнее сказать, волнорезе, в основном обитают рыбаки. Купаться здесь невозможно. Камни скользкие, все усеяны острыми мидиями. Кстати, мидий там полно, хоть ведрами собирай. Глядите-ка, я нашел соль. Самую настоящую морскую соль. Соленая аж до горечи. И здесь таких луж соли полно. Видите? А с этой стороны вон на камнях все-все-все в мидиях. Вы только гляньте, мы тут с Мишкой начали спуск. Во-первых, весь камень порос маленькими такими ракушками. Они сейчас закрыты, потому как отлив. Во-вторых, вот это тоже моллюски. Они присосались к камню и ждут подъема воды. Ой, а в-третьих, вот они, колонии мидий. Здесь они довольно маленькие. А вот там, там уже побольше. Можно наковырять чего-нибудь на ужин. Но мы, пожалуй, этого делать не будем. Еды хватает. Да и листа железа с собой нет, чтобы мидии пожарить. Но с голоду тут не пропадет путешественник. Главное только в кедах сюда приходить, потому что вот босиком как по наждачке ходишь или по маленьким гвоздям. А вот и путешественник, который не прочь полакомиться мидиями во время отлива. Гляньте, а там кроме мидии еще и какие-то интересные такие губки, или что это такое? Судя по всему, подводный мир здесь довольно богат и интересен. Не зря же там плавает дядька с аквалангом. А
может, ловит кого-то. А вот и крайняя точка. Сюда накатывают волны. Довольно мелко. И вода чистая-чистая. И тоже колонии мидий. Отлив. Ходить тут, конечно, отдельное удовольствие. Такие попадаются проломы между валунами, куда можно целиком ухнуть. В темноте я бы сюда, наверное, не пошел. Хотя, кого я обманываю? Пошел бы. Вечером вода ушла еще дальше, солнышко немного опустилось, жара спадает, пойдем снова купаться. Надо сегодня насытиться океаном, завтра уже поплавать не получится, снова надо ехать, 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 ехать. Идем с пляжа, накупались, назагорались, спина моя, кажется, все. Вышла из чата, горит огнем, солнышко здесь злое, палючее такое. С непривычки все мы сразу покраснели, даже несмотря на то, что пытались прятаться в тени и закрываться полотенцами. А чуть позже будем ставить палатку, ближе к закату, а может быть после, уже в сумерках. Пришли к мотоциклу, а он, оказывается, атакован мурашами. Там в коляске стоял пакет с едой, и они каким-то образом об этом узнали. Заползают по колесу, с него на маятник, с маятника как-то на крыло, а с крыла по полотенцу в коляску. И вон они, везде там бегают, что-то ищут. Блин, и в шлеме. У нас целая коляска муравьев. Надо их выселять. Ну что, полетаем на парашюте над океаном? Какой у нас чехол классный. Я его сегодня одел серебристой стороной наружу, так у нас даже еда вся осталась холодной. И вот ведь какая необычная картина. К закату пляж, на котором было полно людей, практически полностью опустел. Вон еще компания молодежи играет в волейбол. И все, пустой пляж, никого нет. Вода, кстати, похолодала, сейчас уже второй раз купались, заходить было довольно сложно. Вот, кстати, тоже интересное хобби. После ухода отдыхающих появился на пляже человек с металлоискателем. Ходит, все проверяет, ищет монетки, цепочки, колечки. Вот, что-то нашел. Что там? Ложная тревога. Пошел дальше. А вот и тот самый волшебный момент заката. Солнце уже коснулось краем горизонта. И вот-вот провалится в океан. Заканчивается еще один замечательный день нашего путешествия.
А ночевать мы сегодня будем снова в кустах. Поставили уже палатку, загородились мотоциклом, но у нас сегодня будет восхитительный вид. Вид на океан. Будем ночью спать не под шум проезжающих мимо фур, а под шум волн, накатывающих на берег. Романтика аж через край. Уже в темноте раскладываем свою немудреную кухню. Будем кипятить водичку, чай, кофе и край земли. И как оказывается, с наступлением темноты жизнь на побережье вовсе не замирает. Во-первых, на парковку приехало целых 3 кемпера, и у них там своя атмосфера. Гриль, навесы, раскладные столы, столики, целая вечеринка. Во-вторых, на пляже рыбаки. Их много, они забрасывают специальные светящиеся поплавки, и там своя движуха. Возле пирса видел, плавает аквалангист с фонарем, тоже что-то там охотится, кого-то ловит. Ну а мы укладываемся спать. Это был долгий, насыщенный день. На сегодня у меня все. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока. Ну вот, сбылась еще одна мечта. Доброе утро, друзья! Вы на канале Мото Санчо, и мы с вами находимся в Португалии, на самом берегу океана. Что изменилось за то время, пока мы спали? Во-первых, оказывается, ночью здесь ездил трактор, который разравнивал пляж. Для чего это делается, честно говоря, загадка. Он и вчера был не слишком горбатым. Может быть, просеивают как-то от мусора. Кто знает, напишите. Океан заволокло туманом. И этот туман дает очень высокую влажность, которая оседает на всем. Абсолютно на всем. На палатке, на вещах, которые сушились, на мотоцикле, накрытом чехлом. И все это надо будет сушить. А из-за сосен уже встает солнце. Кемперы стоят. Туристов пока нет. А знаете, что еще любопытно? Что чехол запотел с двух сторон. И внутри, и снаружи. Так что мотоцикл он практически никак не защитил. Здесь тоже все мокрое. Утро. И завтрак на берегу океана. Шум прибоя. И соль, которую несет ветром. Это все непередаваемо. Хочется растянуть каждую секунду, каждое мгновение. Я даже не знаю, включу ли я это в видео, но просто для себя снимаю эти кадры, чтобы потом почувствовать все это снова.
происходит что-то странное. Солнце встает все выше, но вместо того, чтобы рассеять туман, этот туман становится все гуще. И если раньше я видел где-то там рыбаков, то сейчас они все уже скрылись. А вот оно, солнце над деревьями. И ничего не сохнет. Ладно, будем завтракать, делать утреннюю зарядку и думать над дальнейшим маршрутом. Ничего у нас не сохнет, складываем мокрое, сушиться будем где-нибудь по дороге. Сняли уже плавки, купальники, и я тут обнаружил, что у нас полопалась резинка, которая держит канистру. Видите, вот эта красная в нескольких местах порвалась. Надо ее сейчас заменить на новую, иначе можем потерять канистру. Весь наш мусор, да и чужой мусор, найденный на этой поляне, где мы стояли, несу сейчас выбрасывать. Где-то я видел контейнеры. Надо оставить место таким же чистым, как оно было, либо даже немножечко лучше. А туман... туман держится, никак не сдается. Ветра нет. Солнце есть, уже довольно тепло, а ветра нет. Вот туман и не разгоняет. Наверное, мало кто путешествует по Испании и Португалии в берцах. А я вот от себя скажу, что вполне себе неплохо. Натуральная кожа. Если их плотно не зашнуровывать, то ноги вполне себе дышат. Обидно только, что в дождь один промок. Видимо, где-то уже потрескалось. О, нашел наконец мешок для мусора. Гляньте, какой знак. Весь в наклейках. Кажется, чего-то не хватает. Хорошее место. Рекомендую. И вот, именно в тот момент, когда мы начали складывать мокрую палатку, туман разошелся. Ярко светит солнце, начинается прилив. Видите, какие длинные языки волн накатывают на пляж. Появились первые отдыхающие. Ну а мы проложили маршрут до Кабо-де-Рока и отправляемся в путь.